Да. Неохота мне не быть исключительным. Совершенно неохота. Да. Прошлое видео я хотел до 10 минут довести, но решил вот. Нажал, сейчас уж на, как нажал, так нажал. Программы монтажа у меня нет. Вот это все очень печально. Мне это... Знаешь, понятно, что свадьбы и похороны – это основные праздники. Но мне как-то... Именно свадьбы, именно вот обложенное, усеянное, засыпанное цветами счастье, усыпанное цветами, вызывает наибольшую печаль. Большую, чем, собственно говоря, вид похорон. Просто душераздирающий. И вот этот именно момент, почему душераздирающая печаль исходит от женщины, всегда в моей жизни. Вот это я бы хотел на этот счет крепко подумать. А ты знаешь, так или иначе, я все-таки все равно прихожу к этим часам, которые в начале Баумана. Сейчас мы вот обойдем. Сейчас я дойду, вот там большая улица. Ну давай мы на нее не пойдем. Может быть, свернем вот здесь. Здесь все-таки потише. Знаешь, почему я главным образом здесь свернул? Потому что лень идти. Слушай, если там какая-то кафешка, но я думаю, она, наверное, дико дорогая. Да, все к тому же вопросу. Я не люблю эволюцию, не люблю большой взрыв. Если уж говорить о полном здравомыслии, если говорить о, как говорится, серьезном подходе, если рассуждать как настоящие мыслящие единицы, то что в реальности происходит? В реальности происходит, что каждый мыслительный процесс происходит в какой-то своей точке. А не знаю, что происходит, понимаешь? По идее, нельзя даже поручиться за то, что каждый мыслительный процесс происходит в своей точке. Нельзя поручиться за то, что каждый мыслительный процесс происходит автономно. Нельзя за это поручиться. И все-таки получается, что понятие «я», оно тоже не до конца объективно и не до конца первоначально. В принципе, поиск первоначального – это основное мое занятие. И основной, значит, повод возмущения, почему меня возмущают другие люди, какие-то мероприятия, какие-то вот штуки, они меня возмущают, потому что они уходят от первоначального. То есть я замечаю, что люди в своем быту, в своей жизни, в своих разговорах повседневных, они наоборот замалчивают, уходят от темы первоначального. Меня всегда это возмущало. Но недавно, видимо, дойдя до ручки, дойдя до крайности уже в своих изысканиях, я понял, что это своего рода вредительство относительно общества, если вот так вот я буду приходить в какую-то семью, допустим, и въедаться в суть вещей, в суть их взаимоотношений, понимаешь, что я плохо сделаю. То есть, понимаешь, да, я въедаюсь, но я ведь не лучше и не исключительнее остальных. Ни в каком смысле. Я такой же точно человек, как и все те, кто замалчивает эти проблемы. Абсолютно такой же. Если бы я был другой на каких-то других позициях, это было бы другое. Да и вообще, это уже было бы, в принципе, другое. Понимаешь? И поэтому... Поэтому что сказать? Поэтому я признаю, что это во многом и правильно, во многом правильнее, чем то, что я делаю.
То есть правильнее об этом не думать, чем об этом думать. В том смысле, что все равно ответа нет. А почему не знаю, в каком смысле.